27 сентября в 13:00 по московскому времени состоялась эвакуация хирургического отделения университетской клиники Казанского федерального университета. Пожарная тревога являлась учебной. Так называемый очаг возгорания стал лифт. За считанные минуты весь персонал и клиенты отделения были эвакуированы из здания клиники. Также по замыслу учений, одно из самых главных, так как у нас хирургия находится, очень много пациентов после проведенных операций, также неходячие, будет отработан вопрос, что делать медперсоналу в этом случае. Будет задействована самоспас, эвакуация пострадавшего. Вместо пострадавшего у нас будет использован манекен, то есть с помощью специальных носилок и самоспас в проем с третьего этажа в окно. Будут спущены носилки, и таким образом будет проводиться эвакуация. Результат эвакуации довольно положителен. Хватило 4,5 минуты, чтобы спасти от потенциальной угрозы весь хирургический отдел университетской клиники КФУ. Адель Шамилова, Ленардо Влесьяров, Универньюз.